Молдова готовится к Радонице. Со снятием двухмесячного запрета на посещение кладбищ жители страны вышли на уборку могил. При этом все должны быть в масках, а собираться больше, чем по трое, запрещено. Лопатка такая, сейчас буду обкапывать. Маленькая лопатка. Секатор. Наталья Дегтярюк приехала на столичное кладбище Святого Лазаря. Не была уверена, что пустят навести порядок на могилах. И не взяла все, что надо, и сейчас тяжело убирать. Не взяла грабли большие, но уже как получится, понимаете? Не знала, не знала. Я читаю интернет постоянно, нигде не было сказано. По словам многих кишиневцев, на саму Радоницу они на кладбище идти не собираются. Ну, хоть с ними думали залечь. Никто не убирал здесь целый год. На Радоницу пойдем в церковь, сделаем все, что положено, а на кладбище идти опасно. Еще неизвестно, будет родительский день или нет, но это не важно, можно прийти в другое время. Вместе с открытием кладбищ там возобновилась установка надгробий. Работники ритуальных агентств отмечают, что с началом эпидемии COVID-19 заказов стало меньше. Старые заказы остались, все, и то половина отказались, работы нет. Самое дешевое. Сделали очень большую скидку. В этом году из-за эпидемии коронавируса Радоницу перенесли на 7 и 8 июня.